Ну що, ти готова на результат працювати? Я побачила, як на результат попрацювала наша Ірина Федоровська. До речі, оце справжня робота на результат. От працюєш, маєш і маєш результат. Так. Ми зараз будемо вчитися працювати на результат за всіма законами підприємництва. Лопату неси. Далі в нас млинців нема. Далі в нас рубрика «Підприємець, хто ви?». І гостем цієї рубрики є Олександр Сенкевич. Вітаємо вас. Голова підприємець, директор IT-компанії, член організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів». Ми раді вас вітати в нашій студії. Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, телезрители. Спасибо за приглашение. Отже, скажіть, будь ласка, ви рано встаєте як підприємець? Да, я рано встаю и поздно ложусь. Тобто... И это, наверное, является одной из ступенек к достижению тех результатов, которые я хочу достичь в жизни. Мы говорим про успешное предпринимательство. И начнем с того, какие ключевые показатели успеха компании, за какими показателями можно оценить вот, успешность деятельности предпринимателя. Успех, мне кажется, для каждого предпринимателя измеряется в каких-то критериях. Для меня успешность является прибылью компании, которую она получает в процессе своей работы, и удовлетворенностью клиентов, и удовлетворенностью сотрудников, которые работают в этой компании. Таким образом, можно сказать, что критерии успешности – это вот все эти три пункта счастливые, то есть хорошая прибыль, счастливые сотрудники, счастливые клиенты. И, следовательно, то есть нельзя сказать, что мы к чего-то, если мы чего-то одного из этого не достигнем, мы будем успешны. Скорее всего, это в комплексе. Поэтому достичь успеха в каком-то из вот этих пунктов и упустить в другом будет говорить о том, что мы пока еще не успешны. Вот такая фраза у нас сегодня целый день звучит в эфире: работаем на результат, работа на результат. Что вы подразумеваете под этим делом? Под результатом. Под результатом, да. И на что еще, получается, можно работать? Ну, на имидж можно там работать, да? На что еще можно работать? Ну, есть, вы знаете, очень много коммунальных предприятий, которые работают на процесс. Просто потому что нужно работать на процесс. А можно работать на результат. Я дерусь, потому что я дерусь, да? Да, потому что нам нравится делать это, вот нам нравится там чинить дороги. Вот. Ну, видимо, ему очень нравится чинить. Результат то, что чинить, или результат то, чтобы там что-то предоставлять, какую-то услугу, а не починить. Ведь на самом деле очень многие предприятия, которые работают в сфере услуг, они оказывают услуги некачественно, ну, будем так говорить откровенно, чтобы люди к ним опять возвращались что-то там чинить опять через какое-то время. Тобто важливо, это даже, можно сказать, правильную мету. Конечно. Цель должна быть понятна не только тому, кто ее ставит, а также тем, кому ее ставят. То есть, если предприятие, мы говорим о том, что мы должны достичь таких-то успехов за такое-то время. То есть, цель подразумевает собой конечный результат и время, за которое к ней нужно прийти. То есть, если мы за это время не приходим, мы пересматриваем либо цель, либо пути ее достижения. То есть, следовательно, когда мы объясняем цель, мы должны поговорить с коллективом, с экспертами и так далее, достижима ли эта цель, насколько мы можем быть успешны, так как имея наш, там, допустим, опыт, имея наши ресурсы, и имея, скажем, то, чему мы научились, идя к этой цели. И когда мы достигаем этой цели, мы задаем новую цель. То есть именно работа на результат означает, что результат есть эта цель. То есть какой будет результат? Ну, он должен быть максимально приближен к цели, а не просто процесс. Мы работаем, потому что когда-то мы что-нибудь заработаем. Это не цель. Дуже хороша відповідь, дякую. А у нас є сюжет, в якому розповідається про приклад успішного досягнення мети. Для створення циклу сюжетів на різні теми знімальна група побувала на ряді виробництв. Прикладом результативного підприємства є меблева фабрика «Ренесанс», з якої ми розпочнемо. Валентин Більський – підприємець, керівник фабрики, свою організацію вважає успішною. Я успішний підприємець, тому що ті показателі, які ми применяємо для оцінки успіху організації, у нас динаміку демонструють позитивно. Количество произведенной продукции, соответственно, проданной, количество сотрудников в компании, уровень их заработной платы, количество партнеров, заинтересованных в нашем продукте.
А розпочалося все ще у 2011 році. І хоч існує порада «Ніколи не працюй з родичами», та вона не має ніякого відношення до бізнесу Валентина, адже він і є сімейний. Тоді разом зі своєю сім'єю, сьогодні супруга, надіжний мій помічник, права рука в бізнесі, задумали організувати мебельне производство. Естественно, в первую очередь вовлекли своих родственников. С тех пор прошло вот почти 14 лет, нашему предприятию исполняется в этом году 14 лет, и мы смогли достичь уровня всеукраинской известности и стать успешными экспортерами. А занимаемся мы производством приоритетно мебели для детей. За час роботи підприємство налагодило високоефективну виробничу базу, оснащену сучасним обладнанням, включаючи високоточні верстати австрійського виробництва. І тут сформувався колектив кваліфікованих фахівців, готових докласти всіх зусиль для досягнення найкращого результату. Сьогодні на фабриці працює близько 50 осіб. Невеликий, але злагоджений штат співробітників дозволяє гнучко та оперативно реагувати на зміни ринку та максимально ефективно впроваджувати нові процеси або вводити у виробництво нові вироби. Кожне підприємство оцінює свою діяльність, намагається поліпшити результати та шукає для цього шляхи впливу. Ключові показники організації залежать від місії та її основних цілей. Итак, первый показатель – это динамика объема выпуска продукции. Второй показатель – это динамика средней заработной платы по предприятию. Третий показатель – динамика производительности труда. Четвертый – снижение себестоимости, то есть анализ динамики себестоимости продукции. Пятый показатель – это улучшение и модернизация основных фондов. Та які ж мають бути шляхи впливу для поліпшення результатів? Ну, для себя на фабрике мы выбрали путь внедрения вот, философии непрерывного совершенствования, а также вовлечения персонала в этот процесс. То есть люди на своих местах некоторые процессы видят более детально и могут предложить методы улучшения, какие-то способы улучшения. То есть мы открыты к совершенствованию, открыты к предложениям своих сотрудников, персонала, и это помогает улучшить. Якщо підбивати підсумки за рік, то на фабриці збільшився рівень заробітної плати та вдалося знизити вартість закупки матеріалів на 5%, а в планах на майбутнє – досягнення лідируючих позицій на ринку та розвиток експорту до Європи. Ми продовжимо розмову про роботу на результати з нашим гостем. Сьогодні в гостях Олександр Сенкевич. Отже, Василь, у тебе дуже хороше питання назріло. Так, от так, питання таке, що от, ну, я перейду на російський язик зараз, от поняття успішності, да? Ви там, я успішний, я не успішний, тільки що ми бачили сюжет, я успішний бізнесмен. Що ви вкладаєте в поняття успішності, в поняття успіху в цілому? Я вкладываю, что касается личного успеха, я вкладываю понятие независимости, в частности, финансовой независимости, возможности реализации своих каких-то задумок, целей. А для предприятия? Да, для предприятия. Для предприятия успешный успех, он на самом деле является тоже как бы измеримым у предприятия. То есть для того, чтобы увеличить, нужно, то есть нужно увеличивать там заработную плату. Если заработная плата стабильно растет на предприятии, то значит предприятие, можно сказать, успешно. А следовательно, если она растет, то следовательно уменьшаются затраты на производство, увеличивается количество клиентов и так далее. То есть такое предприятие является успешным. Какие шляхи, зміни, показники в роботі, завдяки яким чинникам ви можете впливати на покращення роботи підприємства? Ну, на самом деле, если мы говорили с вами о том, что у нас есть какие-то критерии, которые предприятие делает счастливым, да, то есть мы говорим о том, что есть у нас сотрудники, которых нужно для того, чтобы если мотивировать их, в частности, ну, в Украине это в основном зарплата, да, то есть мотивация зарплаты, ну, а также условия труда. Если их мотивировать, то они могут делать больше, лучше, качественнее. Это тоже как бы такой чинник, который делает предприятие более успешным. Также это маркетинговые ходы, то есть реклама, раскрутка своего товара, того, что ты предлагаешь, услуги или товара.
Ну и, собственно, улучшение качества, то есть какие внедрение стандартов качества, улучшение проверки, контроля и так далее, чтобы твой конечный продукт был, ведь на самом деле можно раскрутить продукт, а он будет некачественным, и люди все равно его не будут покупать. Или он будет производиться, но очень долго, потому что несчастливы сотрудники, потому что им не нравится работа. Да, и просто идет текучка кадров. Да. От чего зависят показники работы предприятия? Вот от баланса вот этих трех вещей, то есть удовлетворенности исполнителя, качества продукта и хорошего достижения клиента, то есть то объяснение, почему наш продукт лучше. Для этого есть маркетинг, реклама и так далее. Скажите, вот вы директор IT-компании, да? Да. Что это значит? Что такое у нас сегодня IT-компания в Украине? И что значит быть ее директором? Да. Ну, на самом деле IT-компания... Многие думают, что такое компьютерщики? Это те, которые крутят компьютеры, да, там собирают там что-то, ну, там, так ставят многие, процессоры. Да, ну так, да, многие. Мы разрабатываем программное обеспечение. На самом деле компьютеры вошли в нашу жизнь очень глубоко. Компьютерная техника, программы и так далее, она уже везде. У каждого есть мобильный телефон, у многих людей есть телевизор, который они смотрят, и картинка, которая появляется благодаря компьютерам. Мы разрабатываем программное обеспечение. В частности, в моей компании было 3 офиса до недавних событий. У нас был офис в Донецке, во Львове и в Николаеве. Парадоксально, да? Но самое главное, что из Донецка мы большинство людей перевезли во Львов. Работа происходит через интернет, то есть общение между офисами. Таким образом, мы можем объединять работу команд в разных городах для достижения одной цели. То есть вот это и есть работа IT-шника. Об'єктивний результат. Ваші прагнення, мета зміни показників і причини цих змін. Об'єктивні причини, то есть у нас є цель. Ми хочемо бути першими на ринку. Вот разработки программного обеспечения там, в нашей сфере. Ось так, ни мало, ни богато. Конечно, номер один в мире. Но плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Правильно, да. То есть мы ставим какие-то переходные цели, то есть есть главная цель, к ней мы ставим промежуточные цели и пути достижения. Для этого нам нужно, чтобы у нас работало такое-то количество сотрудников, для этого нам нужно получить такое-то количество клиентов и таких-то имен. Мы сейчас работаем на репутацию, создаем хорошие продукты, показываем их качественно нашим клиентам, разрабатываем, они в свою очередь дают нам хорошие рекомендации, потому что в сфере IT это очень важно, то есть имена, с которыми ты работаешь. Ну, я думаю, что в любом деле важно, как тебя рекомендуют. Мы тоже начинали там с компании, в этом году моей компании было 10 лет, 19 апреля, мы исполнили 10 лет моей компании, мы тоже начинали компании 4 людей, то есть мы работаем. На данный момент у нас работает 60 человек в компании, и мы ищем новых людей, мы ищем постоянно в поиске новых людей. Нет. У вас кинцевая мета уже намечена? Да, номер один в мире. Це дуже гарно, ми бажаємо, щоб ваша мрія здійснилася. Спасибо. У вас є буквально одна хвилинка для побажання починаючим підприємцям-початківцям. В первую очередь, ну, я бы хотел сказать, что это мое стандартное пожелание, не ленитесь. То есть встаете с утра, и первый ваш враг, вы должны понять, что ваш враг – это ваша лень. И достигайте, ставите цели, ставьте промежуточные цели, достигайте их. Не мечтайте, планируйте. То есть мечты – это для романтиков, а для прагматиков и для предприемцев должны быть цели. То есть мы ставим цели, достигаем, ставим новые цели и достигаем. Так можно достичь в конце успеха. Главное все время проверять свой вектор, движешься ли ты правильно, в правильном направлении. Что цели можно ставить, и они могут отвести тебя от самой главной цели твоей жизни. Внутренний компас. Да. Отже, мы вам бажаем гарного, правильного курсу, шляху, да. Вот, и бажаем вам успехов. Спасибо. Чтобы не сбиваться здесь. Так. Шляху.